Всякое приключение захватывает всех нас. И его возможности ограничены не только нашим воображением. Новейшим аспектом в поисках приключений является быстрый и поразительный рост мотоциклетного спорта. В течение лет мы исследовали совместно разные области нескончаемых поисков знаний и приключений. Через несколько моментов мы окажемся посреди Сахары и будем вовлечены в самое волнующее приключение, известное мне. Нашим гидом будет Дик Юинг, ставший теперь добрым другом научного института Муди. Дик, почему тебе вдруг захотелось пересечь Сахару на мотоцикле? Меня всегда влекла жизнь приключений. Я работал водолазом и подводным фотографом, был как-то частым детективом. Одно время я даже был охотником на крупных зверей и гидом, и мне особенно нравится спорт с сильными ощущениями. Мне очень нравятся гонки на каяках, и я даже готов был проплыть всю длину Нила на каяке. Но две вещи удержали меня. Во-первых, было трудно заинтересовать других в гребле на 6000 километров среди москитов. А во-вторых, война на Ближнем Востоке мешала проезду в области Египта и Судана. И я сосредоточился на пустыне Сахары. Я поместил объявление в сиэтльской газете и отозвался 31 человек. Я им открыл намерение пересечь самую большую в мире пустыню на мотоцикле. Это довольно большой отклик, Дик. Во всяком случае, ты узнал, что ты не единственный чудак в мире. Да, на него отозвалось даже 6 женщин. Но я выбрал 4 мужчин. Руссел Рэм увидел объявление в газете и позвонил мне с борта парохода. Он был тогда офицером торгового флота, 22 лет и полный нефти. Фрэнк Франгер был много старше его и был из тех, с кем хочется дружить пожизненно. Он так любил природу, что ему было неловко под крышей. Отто Кристенсен, 52 лет, был самым старшим членом нашей экспедиции. Он был инженером-строителем и только что окончил подъем на Килиманджаро. Ник Долл родился в Голландии и вырос в Канаде. Он инженер-электрик. Он говорит на 5 языках и стал нашим переводчиком. Наша поездка началась в Касабланка, в Марокко, на северо-западном побережье Африки.
Тут мы провели несколько недель в ожидании наших мотоциклов. Они, наконец, прибыли. Мы их монтировали во дворе американского посольства. Мы были в радостном волнении, глядя на то, что наша экспедиция действительно становится на ноги, но в волнении была также доля опасения. Мы понимали, что перед нами много неизвестного. Наши мотоциклы были крайне перегружены. Каждый груз весил в среднем 80 килограмм. Груз был тяжелее самих мотоциклов. Даже для хороших мощенных дорог груз был громоздким, и мы с трудом удерживали равновесие. В первый же день пути у нас было 7 случаев опрокидывания. При одном Отто сломал большой палец правой руки. К концу первого дня мы ужасно устали, а проехали всего лишь 128 километров. Наконец мы достигли сельского базара в Атласских горах. Тут мы надеялись найти помощь для пальца Отто. Нам удалось найти только деревенскую знахарку, которая первым делом сильно дернула Отто за палец, и он чуть не упал в обморок. Ранение Отто послужило нам предлогом для некоторого обозрения окрестностей. Несмотря на поломанный палец, Отто проехал еще 500 километров, прежде чем окончательно отстал от нас. После перевала в Атласских горах, при спуске, перед нами предстала Сахара. Ничего, кроме камней и песка. Километр за километром сплошное запустение. Песок выглядит гладко, но под ним камни, которые цепляют за шины, могут опрокинуть мотоцикл. Приходилось все время бороться со своей машиной. На порядочной части нашего пути мы сами прокладывали себе дорогу. Утром сверялись с компасом и двигались в направлении точки на горизонте. Спустя 12 часов мы разбили палатки, но нам казалось, что мы не сдвинулись с места. Та же пустынная местность, по которой мы ехали весь день, ожидала нас и ночью. Дик, сколько километров вы проезжали в день? Мы старались к концу дня достигнуть колодца. Колодцы были расположены на расстоянии 160 километров друг от друга. Приблизительно 3 дня верблюжьего пути. Некоторые дни бывали такими трудными, что мы едва делали 40-45 километров. На самых трудных местах приходилось тащить или пихать мотоциклы. Дни были немилосердно жаркие. К полудню температура песка достигала 85 градусов по Цельсию. Шинам приходилось нелегко. Но шины не были единственными жертвами. Всюду были видны напоминания о том, что пустыня редко проигрывает битвы. Дик, поскольку одной из твоих целей было желание заснять твои переживания на пленку, все эти трудности, наверное, изрядно мешали тебе. Да, вдобавок алжирское правительство вообразило, что мы агенты CIA. Они так ограничили наши действия, что нам было почти невозможно делать снимки. Мне приходилось летать над пустыней Сахара, и я знаю по опыту, что заправочные станции находятся далеко одна от другой. Как это вам удалось поддерживать запас горючего? Это была большая проблема. Один раз расстояние между заправочными пунктами было 770 километров. Когда бак вмещает всего 9,5 литров, дело может обернуться серьезно. Поэтому мы везли запас горючего в пластмассовых баках. И потеря вот этого резерва стала причиной первого кризиса жизни и смерти. Мы тогда находились около 1100 километров от начала пустыни. Нам пришлось ехать по каменистой почве,
когда вдруг сломались две багажные подпорки. Все контейнеры лопнули, и резерв горючего исчез в песке. Начав связывать подпорки проволокой, мы увидели, насколько опасно наше положение. Даже собрав весь оставшийся в баках бензин, мы имели бы его для одного мотоцикла и только на 50 километров. Алжирское правительство повторяло снова и снова, что у нас ничего не выйдет. Они говорили, что уже было более 100 попыток пересечь Сахару на мотоциклах. Но еще никто не имел успеха. Некоторым попытка стоила жизни. В полном отчаянии я сделал единственное, что оставалось. Я склонил голову и помолился. Никогда раньше в критических положениях я не просил Бога. Но теперь я просил Его о помощи. Подняв голову, я увидел в 300 метрах алжирский грузовик. Солдаты встали, дали горючую воды и провели в крепость. В тот вечер в крепости мы спросили коменданта, как часто грузовики патрулируют местность. Он ответил, приблизительно каждые 60 дней. Это заставило нас задуматься. Страшно помолиться и, открыв глаза, увидеть ответ на свою молитву. Ник оставил нас и возвратился назад с караваном. Франк, Рус и я пробирались через сыпучие пески много дней. Мы изо всех сил старались наверстать потерянное время. Наконец мы достигли оазиса. Как приятно было снова быть в обществе людей. Здесь мы встретили алжирского представителя туристов центральной части Сахары. Мы были первыми туристами, с которыми он встретился за последние 2,5 года. Этому человеку наш визит послужил предлогом для чайной церемонии. Несмотря на то, что он живет в хижине из глины, его жизнь довольно изящна. Пока мы пили чай, его супруга приготовила кушкуш, любимое блюдо арабов и берберов. После недель сухой пищи мы наслаждались этим обедом. Спустя несколько дней мы встретили караван. Люди были заинтригованы нашими железными верблюдами, но я сомневаюсь, что кто-нибудь был заинтересован в обмене. Верблюд превосходит мотоцикл по экономности. Он может по 8 дней обходиться без воды. Покинув эту местность, мы продвигались по самой пустынной части Сахары. В течение 5 дней мы не встретили ничего живого, ни насекомых, ни птиц, ни даже следов верблюда, словно мы попали на Луну. Мы проникли в пустыню уже на 2000 километров, и я был впереди. Я пытался проехать между камнями. Мне казалось, что я могу проехать между глыбами, но я не смог. И контейнер, в котором были остатки воды, прямо лопнул. Мы стояли и смотрели на место, поглотившее воду. Позже мы узнали, что 2 недели назад пара французов в машине с 4-колесным ходом застряла здесь и погибла. У нас была большая карта Северной Африки. На ней мы нашли место нашего пребывания и тщательно исследовали все отмеченные места. Рус нашел колодец, но он оказался в 120 километрах от нас. Мы знали, что не доберемся. Из-за проблемы обезвоживания каждый из нас выпивал 7 литров воды в день. Мы знали, что без воды мы не протянем долго. Мы также понимали, что если не произойдет чудо, мы погибнем. Оставалось только одно. Мы помолились. Я решил, что если это помогло раз, поможет и второй. Мы подняли головы, и Руссу вдруг захотелось посмотреть багаж. В начале пути мы купили 42 фотографические карты. Они давали точные детали местности, даже верблюжьи тропы и каждый колодец, из которых некоторые оказались сухими. По дороге нам постоянно приходилось облегчать груз. И мы выбросили многое. Пленки, печки, запасные части и даже вот эти подробные карты. Мы выбросили все, то есть так думали. Но Русу вдруг захотелось проверить свой багаж. И в нем он нашел только одну подробную карту. Она оказалась картой местности, где мы находились, и указывала на колодец в 8 километрах от нас. Его не было на большой карте. Но беспокоил вопрос, будет ли вода
или он сухой. Как можно скорее мы поехали туда. Мы спустили ведро на 24 метра и вытащили самую лучшую воду за весь путь. Знаешь, Дик, у меня по коже мороз от описания твоих переживаний. Ведь все это было так чудесно там, в пустыне. О да, и в ту ночь. Мы говорили об этом в лагере, но перед нами было более 3000 километров, и мы знали, что не преодолели все трудности. Спустя 2 дня мы достигли Инсала, крупного оазиса при скрещении 2 караванных путей. Мы знали, что после Инсала нам предстоит путь 800 километров до следующего места заправки. Мы надеялись найти попутную машину или караван, чтобы подвезти наше оборудование, а мы бы могли нагрузиться горючим. Последовало 8 дней бесплодных поисков и расспросов. Несмотря на наше нетерпение, это представило нам возможность отдыха. А для меня была возможность почитать и подумать. Хотя в то время я не был верующим, но не было сомнений в том, что Бог сохранил нашу жизнь 2. Меня беспокоило то, что я просил помощи у Бога, а Он, казалось, ничего не требовал в ответ. Дик, какое у тебя религиозное прошлое? Я изучал религию в колледже. Казалось, что все по-своему правы. Магометане, буддисты и прочие, кого ни назови. Но я понял, что все не могут быть правы. И все мои исследования и анализы сделали меня антагонистом. Да, но мне кажется, что твои переживания в пустыне смягчили тебя до некоторой степени. Несомненно. Подруга Русселя дала ему карманную Библию, и я попросил его занять. Хотелось узнать о Боге, который готов отвечать на молитвы, ничего не ожидая в ответ. Я прочитал Матфея, Марк, Луку, часть Иоанна и Откровение. И впервые в жизни я понял, что говорит Библия. Наконец мы не могли больше ожидать. Начинался сезон песчаных бурь, и сроки наших виз истекали. В полном отчаянии мы двинулись в путь, хотя очень сомневались в успехе. Мы надеялись найти горючее на военной стоянке, найденной нами на карте. Но прежде чем мы попали туда и нашли, что стоянка покинута, нас постигло еще больше несчастья. Мы проехали 300 километров и двигались быстро, когда мое переднее колесо зацепилось за камень. Я полетел вверх ногами и застрял ногой в спицах. Все 160 килограмм груза и мотоцикла упали на меня. Когда Рус вытащил меня, я сказал, что нога, кажется, поломана. Она была поломана раньше в морской пехоте, и врачи вставили 5 штифтов. Они сказали, при повторном переломе ее придется ампутировать. Было ясно, что я не могу продолжать путь. Товарищам было бы невозможно вести меня на мотоциклах, а если бы они оставили меня, им было бы невозможно прислать помощь вовремя, и я умер бы от жажды. Понадобилось бы по крайней мере 5 дней на дорогу в Таман-Рассет и обратно. Лежа, растянувшись на песке, я думал о том, как я сам глупо испортил себе жизнь. Я думал о моем эгоизме и сожалел о многих своих поступках. Я помолился в 3-й раз. И сказал, «Господи, на этот раз я действительно натворил. Прости, что я беспокою тебя, но мы в безнадежном положении. И я знаю, что умру, если ты не поможешь». Тогда прочитанные мною места из Библии пришли на ум. И я понял, что у Бога есть для меня прощение, и мне нет нужды умирать с чувством вины. Тогда же я принял Иисуса Христа как своего личного спасителя и узнал, наконец, что нашел то, что искал. Это был мир, удивительный род мира. Дик, это одна из самых замечательных историй обращения, слышанных мною. Ты, наверное, чувствовал себя превосходно там, в пустыне. И все же ты смотрел в лицо смерти. Что случилось? Мне кажется, что впервые я был готов умереть, но у Господа были другие планы. И когда окончил молиться, я поднял глаза. Сначала мне показалось, что я вижу мираж. Это был грузовик, который ехал прямо на нас. Я заплакала от радости.
Они положили меня в грузовик и в течение 3 дней внимательно ухаживали за мной. По прибытии в Таман-Расет мы нашли врача, единственного на 3000 километров вокруг. Он сказал, что только на прошлой неделе получил флюороскопную машину, но пока еще не установили ее. Мы пустили ее в ход и положили мою ногу перед экраном. И тут он протяжно свистнул. Он, наверное, думал, что смотрит на свалку, когда увидел стальные штифты в ноге Дик. Возможно, что так. Он сказал, чудо, нога не раздроблена и только порваны связки. Весьма радостная весть. Безусловно, но имели еще большую радость в тот день. Пока я был в амбулатории, Рус осмотрел оазис и нашел там семью миссионеров, говоривших по-английски. Это было удачно. Был миллион вопросов, которые я хотел задать им, о том, как я нашел Христа в пустыне. И так как я не ходил и не было здесь костылей, Рус помог мне попасть к ним в дом. Там, в Таман-Расете, в отдаленном от всего оазисе, среди пустыни, Дик Юинг и Рассел Рэм нашли 2 миссионеров, которые привели их к самому волнующему переживанию. И эта славная пара, муж и жена Багат, стали такими важными в жизни Дика и Руса, что мы привезли их сюда, чтобы они рассказали эту удивительную историю. Я хорошо помню то воскресенье, когда эти 2 путешественника пришли на наш миссионерский участок. У нас и раньше бывали путешественники, даже многие. Но тут был все иначе. Один был на спине другого. Очень комично. Что же, раз, ты, вероятно, нес Дика. Да, из-за вывихнутой ноги он не мог ходить. Но я ощущал на себе другое бремя. Мы уже раньше беседовали с ним в пустыне, и я знал, что Дик враждебен к религии. Я не представлял себе ясно, какой конфликт ожидает нас у миссионеров. Сам я держался середины, я ходил в церковь, но не принимался всерьез. Не думал об этом много. И когда мы подходили к воротам участка, я ощущал 2 бремени и с нетерпением ожидал, что будет. Что же случилось, Дик? Господин Багат объяснил из Писания то чудо, которое случилось со мной. Он помог мне понять, что даже и не снилось, насколько я дорог, что я что-то стою у Бога. Если Бог спас мою жизнь 3 там, в пустыне, значит, я как-то ценюсь им. И когда мы читали Библию, я сказал, мне нечего дать Богу. Он ответил, Бог хочет меня. Рус ушел и оставил Дика у меня в часовне. И я помню его слова, я не знаю, откуда начать. Но я прожил напрасно 35 лет и нуждаюсь в Боге. И так из слов Божьих я показал ему, как Христос умер за его грехи. И мы провели немного времени в молитве. Я сказал, ты хочешь помолиться? Он ответил, нет. Вы помолитесь, и после моей молитвы я видел радость Божью на его лице, признак реальной перемены к его сердце. Да, вы действительно чудесно объяснили мне реальность моего решения принять Христа там, в пустыне. Но я не один получил пользу от ваших объяснений. Рус всегда был усталым, когда мы приходили, и говорил, «Я подожду, пока ты кончишь, и отнесу тебя». Так что он получил то же наставление, что я. И когда мы собирались в путь, мадам Багат не давала ему просто уйти. Я взяла его руку, чтобы попрощаться. У него было такое смущенное лицо. И он наклонился и поцеловал меня, и я сказала, «Ты уверен, Рассел, что ты хочешь уйти от нас, не приняв Иисуса Христа в твое сердце?» И он сказал, «Нет, я хочу принять Господа Иисуса Христа как моего Спасителя». Мы склонили головы, и я взяла его руки в мои, и он тут же принял Господа Иисуса как своего Спасителя. После окончания молитвы, когда я уже принял Иисуса Христа как личного Спасителя, я почувствовал удивительный внутренний покой и в то же время сильное волнение, потому что я нашел что-то такое, чего никогда не имел раньше. Мадам Багат, вы, должно быть, с волнением проводили их. Да, мой муж проводил к нашим воротам этих ребят. И странная вещь, потому что, когда я возвратилась в кухню, я нашла наших детей, сына и дочь Стивена и Верну, плачущими от радости, потому что не только Дик принял Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, но и Рассел тоже принял Христа. И так произошло событие колоссального значения. Эти 2 ребят посредине пустыни Сахары, по провидению и милости Божьей, пришли к познанию принять Иисуса Христа как личного Спасителя.
И теперь они идут дальше с новой целью. Начинают самое великое в жизни приключение. Жизнь для Христа и служение Ему. Да, мы пересекли Сахару. Мы проехали 5500 километров и имели много незабываемых переживаний. Но для Руса и меня самым важным было то, что мы нашли Бога. Не что-то туманно-абстрактное, но личного Бога, который участвует в нашей ежедневной жизни практически. И теперь впервые наша жизнь имеет настоящий смысл. Но вам не нужно прибегать к таким крайностям. Бог готов встретить вас теперь, в этот момент. И я могу вас заверить из личного опыта в том, что, вручив свою жизнь Христу, вы тоже найдете самые волнующие переживания –